Продолжается игра. Посмотрим, насколько хоккеисты Хэппи Толс тут соберутся. Во втором периоде видно, что собрались. Видно, какая атака. Момент и гол. 2-1 в первой же смене. Мэтт Перро открывает счет шайб своей команды. И это уже совсем другое дело. 19-26 на табло. Да и то моряк в развалочку сошел на берег. Вы видели прекрасно. Вроде бы никуда не спеша, правда? Вроде бы никуда абсолютно не спеша. Делали свое дело хоккеисты Capitals. Вот Майк Нубл входит в зону. Пас назад. И кажется, что все тут опоздали уже. И тем не менее 3-0 получается атака. И, конечно, там ничего или вот один сделать не может. И в итоге разрыв в счете становится минимальным. Ну, здесь, мне кажется, площадь ворот, не площадь, поводу смотреть никаких нет. Если в первом периоде шайба Фэра была абсолютно незаконная, прям под занавес, то вот теперь совершенно правильная шайба. И 2-1. А это уже, согласитесь, не совсем то же самое. И тут же Вашингтон сразу переходит опять в зону соперника. Фэр, Овечкин, Бэкстрём. Нет, стало быть, вот то, что я заподозрил там в концовке первого периода, было следствием на смену состава. Фэр, 2-2! Да, о чем-то, видимо, поговорили в перерыве, не иначе. Поскольку, видите, минута 20 секунд, и все с точностью да наоборот перевернулось. Два-два. Крупным планом Александр Михайлович Овечкин. Ну, и опять-таки Оттава теперь уже застряла в перерыве. И, конечно, Эллиот тут виноват. Но опять два человека на пятачке. А теперь где хозяева? То где гости, то где хозяева. Вот такая игра в прятки сегодня у нас получается на льду Scotiabank Place в Оттаве.